Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов проверил качество уборки снега во дворах на бульваре маршала Крылова в Одинцово. Глава округа подчеркнул, все проблемные локации муниципалитета объезжаются в рамках комиссионной работы. Фиксируем, где не хватает людей, техники. По итогам инспекции корректируются регламенты уборки, предлагаются решения, как можно перестроить работу с учетом сильных снегопадов.